Да, забил! Есть, забил! Есть, забил! Есть! Красавец какой! Есть! Подождите, сейчас... Ох, Яковлев! В игре, ребята, теперь держаться, браво, держаться! Браво. Исполнил, когда Иван, нужно. Иван, давай! Фух, 2-2. 2-2. Ох, притирочку. Не стал сближаться. Да. И снова по 1.95 на победу той или иной команды. Вот и Ландер. Я все думал, когда же он будет бросать-то, а? Снова Федотов, давай. Да, 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 хорошо. Так, теперь начинают хорошо. Они первые, мы вторые, да? Да. Теперь они первые, мы вторые. Фух. Так, ребята, спокойно, спокойно, спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно. Они тоже не железные. Они тоже не железные. А повторные же нельзя бросать, да? Можно. Угу. Можно хоть все бросать. Вот нет, не в НХЛ нельзя. Вот НХЛ нельзя. НХЛ пока вся команда не пробросит. Слушай, не пробросит. Если ты сможешь, то Ваймер будет... Там... Клинберг же бросает. По повторному первый бил Бритон. Угу. Да, ну тогда да. Тогда можно. Так. Федотов! Спокойно. Федотов! Так, ребята, наш шанс. Наш шанс. Гусев. Сейчас пойдет Гусев. Или Яковлев. Не, Яковлев только что бросал. Слишком мало времени прошло, мне кажется. Так, ну, мы забили последнюю шайбу. У нас должно быть психологическое преимущество. Гусев. Да. Гусев, идет, Гусев, да. Повтори. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Давай, спокойно, родной, спокойно. Повтори. Спокойно, спокойно. Ну, давай. Здесь как-то... Не придумал. Так-то. Ничего не придумал. Решил в домик бросить и как бы все. А может, надо было попробовать обыграть. Видимо, лед плохой же, обыграть невозможно. Не попал просто. Было пространство, просто не попал. Вот видно было хорошо. Ну, Ларс-то тоже клюшку успел положить. Нет, там было как раз прям. Опять этот Вальмар. Опять Вальмар. Федотов, давай. Мимо! Мимо. Так, второй шанс, ребята. Вот уже его упускать нельзя. Вот сейчас надо реализовывать. Чего он улыбается-то так, я не понимаю. Вот сейчас надо реализовывать. Ребята, вот этот шанс же нельзя упускать. Кто, Яковлев? Гусев? Опять Гусев. Ну, не знаю, не знаю. А лед действительно плохой, похоже. Давай, Гусев. Слушай, давай, что Гусев тихоход такой? Так, спокойно, спокойно. Ну! Да. Ну, то же самое, то же самое такое? Сделал, повторил абсолютно. Давайте, Яковлев. Ой, дураками сделают. Да, то же самое. Еще в этот раз уже не было просто. Еще хуже бросал. Да. Так, кто у них-то? Нордстрим этот, черт. Нет. А кто? Так. Спокойно, спокойно. Федотов, Федотов, молодец, молодец. Федотов, Федотов. Ребята, третий шанс. Третий, должны сейчас забить. Третий шанс у вас. Вратарь вам уже третий шанс дает. Ну помогите ему. Третий шанс. Помогите вратарю своему. Ну-ка, и! Россия! Суки, идите! Есть! Вот так вот! Додавили! Додавили! А ты не верил! Наконец-то прогноз не сбылся! Ох, а сейчас заплакал! И бьет с ним! И будет еще следующий! И пусть еще следующий не сбудется! Победа! Да! Россия в финале! А кто забил? Я так и не помню. Грицу! 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 Реабилитировался, смотри! Зато у меня ошибка. И Гусев, и Гусев, можно сказать, реабилитировался. То есть забили те, кто нам напахал, привез шайбу. Фу. Ну. Фу, всех с победой, друзья. Да, всю Россию, да, мне, которая я так нервничал. Прямо сейчас. Вот это да. Всех поздравляю с победой, кто нас смотрел. Когда наша сборная последний раз выигрывала по буллитам, вспомните? Я не помню. Ой, это да, слушай. Теперь так, будем в этот смысл. Я имею в виду, не на Евротуре, а там, где проход был. Ну. На Мире с кем-то играли, выигрывали, по-моему, год-два назад.